И в завершении напоминаем, начался прием заявок на участие в 41-й Всероссийской лыжне России, которая состоится 11 февраля. Подмосковный Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная» в городском округе Химки станет центральной площадкой главного лыжного старта страны 2023 года. Лыжня России – традиционно одно из крупнейших зимних спортивных соревнований года. Мероприятие объединяет профессиональных спортсменов и любителей лыжного спорта по всей стране. Суммарно в В гонке участвуют свыше 500 000 человек более чем из 70 регионов России. И самое активное участие в соревнованиях традиционно принимают жители нашего городского округа.